Приветствую, город Гродно, Белоруссия. Вот, вчера приехали. Здесь пока все нам нравится. То есть сейчас хороший стадион, хорошая башня. 5 числа мы будем здесь соревноваться с другими командами. Вот, в том числе с вашей командой в Белоруссии. Ну и что хочу сказать. Как говорится, победить сильнейший. Вот, потому что без травм, без всяких, все прошло. Вот. Спорт объединяет вообще всех людей, как говорится. Поэтому всем желаю удачи и приглашаю всех посмотреть это такое как бы шоу. Угу. А как вообще площадку подготовили? Вам нравится? Да, условия да. Хорошие? Площадку, то есть учебная башня, подиум в прекрасном состоянии, то есть в центре города, чтобы любой житель города Гродно мог посмотреть, полюбоваться этим зрелищем. Вот это очень интересный вид спорта. То есть он включает в себя три вида. Это легкую атлетику, силу штангиста и ловкость гимнаста. Поэтому интересно будет.